А это тут откуда? Меня направили на терапию. Пытался ли он меня облапошить? Или знал что-то, чего не знал я? Вы не удержите меня здесь.
Маяк? Не мог же я вернуться? Что это за чертовщина? Это просто воспоминание? Что тебе нужно? Себастьян, ты в порядке? Твои показатели вдруг скакнули. Ты был на грани остановки сердца. Я видел маяк. Я опять там был. Как это возможно? Это же совершенно новая STEM. Я не знаю. Но я знаю, что я видел. Только бы это не повторилось. И так все отвратительно. Но я не хочу переживать прошлый кошмар снова и снова. Этот мир пытается меня запутать. Нельзя отвлекаться. Нужно найти Лили. Это была Лили? Лили! Ты здесь? Это я! Куда она пошла? Лили! Все хорошо. Это я. Черт. Так, спокойно. Как попасть внутрь? Это ее кукла. Лили была здесь. Господи, она в беде. За нею гонятся. Нужно посмотреть снаружи, куда выходит это окно.
Ладно, Лили. Куда же ты убежала? Какого? Еще сигнал. Хорошо. Я иду, милая. Держись. Ну, еще разочек. Кровь. Не меньше пары дней прошло. Надеюсь, это не кровь Лили.
Слава богу. Следы. Но чьи же они? Похоже, она тут пряталась. Наверное, побежала на склад. Умница. Там наверняка есть где спрятаться. Кажется, сработало. Лили? Лили! Черт! Лили! Звук шел сверху. Наверное, она тут пролезла. Надо попасть внутрь. Она смелая и сообразительная. С ней все будет в порядке. Надо только ее найти.
Еще одна кукла? А где же Лили? Это он. Убийца с камерой. Этот сукин сын схватил мою дочь. Я опять опоздал. Черт! Успокойся. Думай. Мне нужно ее спасти. Коммуникатор больше не ловит сигналов. Нужно искать по-другому. О, Нил. Не знаю, можно ли ему доверять, но он хочет отсюда выбраться, а я найти Лили. О, Нил, это Себастьян. Ты меня слышишь? Себастьян, ты? Связь плохая. Черт, да что ж такое? Может, снаружи будет слышно? Где Лили? Нельзя дать ему уйти. Нужно туда пробраться. Может, с другой стороны есть проход? Девочка, где она?
Черт, снова ушел. Надеюсь, я смогу связаться с О'Нилом. О'Нил, это Себастьян. Ты еще жив? В смысле, ты жив. Хорошо. Ты нашел ядро? Нет, но я видел, у кого оно. У этого гада просто невероятная сила. Но я упустил его. Ну, с этим я могу тебе помочь. Я засек одну новую частоту. Ее источник в мэрии. Отлично. Где это? Посмотри наверх. Видишь здание с часовой башней? Да. Это оно. И как, черт возьми, я туда доберусь? Так не расскажешь. Возвращайся, я объясню. Хорошо. Уже иду.
ты удачно добрался. Не уверен, что слово «удачно» подходит, но да, добрался. Так, теперь расскажи, как попасть к мэрии. У Юниона есть что-то типа закулисья, чтобы работники Мёбиуса могли втайне за всем наблюдать. Там многое уцелело, и по переходам можно попасть в разные места. Но куски города плавают в небе. Как там могут быть тоннели? Не тоннели, переходы. Ты входишь и выходишь из них с помощью фазового сдвига. Мы зовем эту систему «сеть». Она на другом, незримом уровне. Звучит как полный бред. Неважно, бред или не бред. Главное, что работает. Но это лабиринт. Свернешь не туда, попадешь совсем на другой конец города. Где эта самая сеть, которая выведет меня к мэрии? И кто только все это выдумал? Я отмечу, где узел. Это в северном убежище. Похоже на обычный компьютер, но только с виду. Я дам тебе пароль для активации. Войдешь, двигайся по отметке к выходу Б2. Он и выведет тебя к мэрии. Мог рассказать и по коммуникатору. Ну да. А вот это не смог бы отдать. Переходы в порядке. Но инфраструктура Юниона разрушается. Есть данные, что по пути к выходу Б2 произошла утечка газа. И там без противогаза не выжить. Смертельно опасный газ? Спасибо, что худшее приберег напоследок, Анил. Судя по тому, что я тут видел, это еще не самое худшее. Не продолжай. Что-нибудь еще тебе рассказать? Кстати, может, пойдешь со мной? Если я найду Лили, мы сможем выбраться вместе. Ни за что. Я выйду из убежища, только чтобы покинуть Юнион, или если меня заставят. И кто вообще эта Лили, о которой ты все время твердишь? Лили – моя дочь. Она ядро. Тогда понятно, почему ты так ее ищешь. Мне нужна твоя помощь. Я буду помогать тебе отсюда, а наружу не ногой. Она совсем маленькая. Я знаю, но попытки вас звать к моей человечности тебе не помогут. Прости, со мной это не работает. Да уж, я заметил. Почему он решил обосноваться в мэрии? Наверное, из-за излучателя стабильного поля, который мы установили там. Черт, да что за излучатель такой? Устройство, временно стабилизирующее пространство СТЭМ, чтобы оно не распадалось. Оно менее эффективно, чем ядро, и используется лишь в экстренных случаях. По-моему, оно не работает. Ага. По прибытии мы отправили Харрисона с охраной настроить его. Надеюсь, они живы. Почему ты решил, что сигнал идет от того, кого я видел? Связь дурила, когда я пытался связаться с тобой. Что-то создавало помехи. И частота была очень странной. Сигнал шел со склада, где был ты. Перед твоим звонком сигнал исчез. И бац, появился в мэрии. Ты сказал, что этот мужик силен, и ты потерял его. Логично, что он и есть источник сигнала. А какую его силу ты имел в виду? Он призывал этих тварей, словно мог ими управлять. А потом он просто телепортировался. Я видел такое, когда был в СТЭМ. Но всех в Юнионе проверили, прежде чем отправить в СТЭМ. И психопат сюда попасть не мог. Но я же попал. Меня не проверяли. Ты и не психопат. Или... Что-то я не помню эту дверь. Кидман. Чем могу помочь, Себастьян? Маяк. Когда я туда попал, моя жизнь уже катилась под откос. Попав в голову Рувика... В общем, это меня изменило. Меня пытались убедить, что я все выдумал. Но я не мог бы вообразить все то, что я там увидел. Можешь не пересказывать. Я тоже там была. Да. Твои дружки из Мёбиуса без зазрения совести загоняли тебя в опасные ситуации. Возможно. Но не будь мы там вместе, могли бы вообще не выбраться. Иногда мне кажется, что я и не выбрался. А теперь я в другой СТЭМ. И мы опять вместе. Мы выберемся живыми. Как и в тот раз. Надеюсь, ты права. Okay.
Что за чертовщина? Здесь вы можете проверить свои умения. Войдите и испытайте свою удачу, детектив. Да что за бред? Бредом было бы не попытаться. Держите руку неподвижно и стреляйте, как умеете. Тут можно не беспокоиться о боеприпасах. Превосходно. Пожалуй, вы можете быть самым лучшим, детектив. Превосходно. Пожалуй, превосходно. Ваше мастерство заслуживает аплодисментов. Там снаружи наверняка найдется кто-то, кто наградит вас.
дело мастера боится. Еще не забыл. Очень неплохо, детектив. Пора бы нам прекратить наши встречи, детектив. В осторожности нет ничего плохого, но нельзя избегать боя бесконечно. Возможно, стоит подумать об улучшении своих боевых навыков.